Добрый день, уважаемые зрители. Поговорим сегодня о пристрелке оружия в охотничьих угодьях. Современные правила охоты разрешают пристрелку охотничьего оружия при законном нахождении в охотугодьях. Естественно, эта пристрелка должна сопровождаться соблюдением правил техники безопасности на охоте. Естественно, нахождение в охотугодьях должно быть законным. Что такое законное нахождение в охотугодьях? Это значит, что если это общедоступные угодья, должно быть разрешение на добычу охотничьих ресурсов, охотничий билет и разрешение МВД на ношение оружия. Если это угодья арендованные, закрепленные за каким-то охотпользователем, то еще должна быть путевка на право охоты. Особое внимание надо обратить на то, что, допустим, если у вас охота на утку, то навряд ли вам удастся пристрелять нарезное оружие. Так как у нас на утку охота с нарезным оружием запрещена. То же самое при охоте на рябчика, хотя нарезное оружие разрешено, но это оружие под патрон бокового огня калибра 5,6 мм. Но в то же время, если у вас, допустим, есть путевка на охоту на рябчика, а вы пристреливаете гладкоствольное оружие и при этом пулевыми патронами, это возможно. Так как правило запрещает применение дроби свыше 5 мм и пулевых патронов на боровую дичь, вообще на пернатую дичь, но не запрещает иметь при себе пули. То есть пока вы пули не применяете по птице, с этими пулями вы законно находитесь в охотугодьях. А вот объяснить свое пребывание с нарезным оружием тогда, когда ношение этого оружия у вас в данный момент запрещено в охотугодьях, так как у вас нет соответствующего разрешения на охоту, уже будет сложнее. Какое наказание за неправильное регулирование численности? Какое наказание грозит охотнику за неправильную пристрелку оружия в охотничьих угодьях? Ну, во-первых, если вы осуществляете пристрелку, причем на самом деле пристрелку, но при этом у вас нет никакого разрешения на охоту, то, скорее всего, на вас будет составлен протокол нахождения в охотугодьях с огнестрельным оружием без разрешения и путевки на добычу охотничьих ресурсов. Если у вас нарушены правила техники безопасности, то есть вы осуществляли стрельбу ближе 200 метров от населенного пункта, если вы осуществляли стрельбу по столбам, аншлагом, по линии электропередач, то это тоже будет нарушение правил охоты и также нарушение порчи информационных знаков.
часто еще задают вопрос такой: почему охотничьи хозяйства не организуют у себя в хозяйствах стенды, пристрелочные площадки и так далее? Ну, во-первых, по современному законодательству оружейному создание такого комплекса очень трудоемкая задача и просто не по карману ни обществом охотникам, ни другим охотпользователям. Слишком много условий надо выполнить, чтобы официально такой пристрелочный комплекс или стенд организовать в охотничьем хозяйстве. Ну, видимо, поэтому правилами охоты и допускается пристрелка. Пристрелка нужна. Ладно, вы промахнетесь по вальшнику взлетающему или по улетающей, пролетающей утке. Но ведь есть охоты, которые сопряжены с определенной опасностью. Допустим, охота на кабана, охота на медведя. Да любая другая охота, ни к чему плодить подранков, мучить животных и птиц неточной стрельбой. Конечно, оружие нужно пристреливать. Сегодня ночью выпал снег, так называемая глухая пороша. Это когда снег лег под утро, и сейчас только могут быть свежие следы животных. Но животные обычно в такую погоду затаиваются, и шанс встретить свежие следы животных очень маленькие. Еду по следу двух машин. Судя по следам, это явно охотники.